Ля, посмотри, что творит! Что творит молодая! Ай-яй-яй-яй-яй! 200к прилетело, а Нетка уже там готова бросить всех кого угодно. Так, Нетка, я говорю сразу, после этого видео, возможно, мы с тобой будем уже не вместе, будешь с Димой встречаться. Ничего себе наглое. А что ты сделаешь? Держи. Здорово всем, ребята, Кентуха на проводе. И прямо сейчас у моей девушки Анетки стрим. И знаете, что я придумал? Я зайду на ее donation alerts и отправлю ей фейковый 1 миллион рублей. И мы посмотрим на ее реакцию, потому что она будет по-любому в шоке. Потому что она такую сумму точно не ожидала. Прямо в эту секунду, ребята, прожмите лайкусик. Обязательно подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. Потому что если вы все это сделаете, то я подарю вам на халяву 1000 голды. Ну что же, чики-бамбони, погнали вперед переходить на стрим Анетки. Все, ребята, идеально. У Анетки уже начался стрим. Вы просто посмотрите на эту красоточку, да? Ну, и, конечно же, подписывайтесь. Она еще не знает, что я буду ожидать. Блин, ребята, как же это будет смешно. Посмотрите, у нее целых 4000 голды. Можно будет ей дать какие-то задания по типу продать половину инвентаря. Надеюсь, Анетка на меня сердиться сильно не будет. Анетка, если что, я тебя очень люблю. Очень люблю. Все, ребята, я прямо сейчас ей отправляю первый донатик, и он будет таким: привет, сладкая. Ну, для начала 1000 рублей. Я думаю, это будет очень даже хорошо. Первый донат 1000 рублей, да ё-моё. Все, погнали смотреть ее реакцию. Это что было? Подождите, донатик пришел или что? Донат не работает у нее. Донатик пришел или что, ребят? Вы же вообще что? Сейчас, подожди, у меня донат алерт. Скамерша! Дорогулечка, ты моя! Ты донейшн алерт себе починить, никто так донатик не будет. 1000 рублей отправил, даже не отобразился. Надеюсь, она починит, и все следующие донаты будет видно. Но если вы увидите это видео, то значит, она все починила, и все будет чики-бомбони. Что? Привет, сладкая! Приветик мой ананасик. Слушай, не пол, кто там ананасик? Слышь, Анетка! Удар пящий, никто не вечен! Так, ребята, хэштег минус Анетка, походу, после этого видео. А если она за 1000 рублей уже назвать его ананасиком, представьте, что будет за 100000 рублей. Следующий донат будет таким. Просто коротко и ясно. Ты красивая. И 5 косарей, 5 косарей! То есть за 5 косарей я сам бы в Диму влюбился. Ого, что это было за мелодия? У меня что? Топ-донатер. Впервые за все время появился топ-донатер. Ядрить, Келотинюк, эта музыка кричит. Все происходит, начинает слагает. Она уже этого донатера чуть ли не целует. Так, Анетка, я говорю сразу, после этого видео, возможно, мы с тобой будем уже не вместе. Будешь с Димой встречаться, ничего себе наглое. Я рассказываю, куда потрачу свою голду. Ой, голду! Я открою шаурмичную. За 5000 рублей максимум, что она так откроет, это купит эту ручку от двери за 5000 рублей. Нетка, ты что, прикалываешься, ты цен не знаешь. Ну а прямо сейчас у нас будет следующий донатик. Представьте, если Нетка отдалась так сильно 5000 рублей, то что будет, когда я отправлю 15 косарей? Мне кажется, она просто будет согласна на все. И я ей дам такое задание. Станцуй, тверк. Если вы не знаете, что это тверк, ребята, это когда, на короче, так танцуешь и так попой трясешь. Чисто так, чики-бабоня, чики-баба-эйла. Ну вы поняли, да? Вы поняли, ребята, рейса, опыт имеется у меня, если что. Сейчас ты будешь у меня танцевать. Блин, ребята, аж как-то жалко, Нетка. Посмотрите, сколько я донатов отправил. На самом деле, у нее всего лишь 63 рубля настоящих на стриме. Капец, бедная Нетка. Ну ладно, погнали угорать. Станцует тверк, ай-яй-яй-яй. Ну надо потанцевать, для дяди Кента. 15 косарей, да хорошо. Да ты должна быть рабыней этого Димы за 15 косарей. Она пошла танцевать тверк. Хочу попросить свою аудиторию. Пожалуйста, прости, делайте прости. Нарезки, потому почему? Что я не хочу, чтобы это увидел самый главный ютубер по стендофу, это Кента ПК. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, не-не-не, Анетка! Ля, посмотри, что творит молодая, ай-яй-яй-яй-яй! Так, ребята, осуждаем, не смотреть, не смотреть! Хитрый колдик! Димочка, ради тебя! Какого Димочки? Ради какого Димочки? Тверк! Минус Анетка. Ладно, это не тверк. Нормально. Минус Анетка. Тверкаем! Тверкаем все вместе! Какой еще тверкаем?
Так, а ну-ка, давайте-ка мы отправим еще один новый интересный донат. Прямо сейчас мы, ребята, проверим, насколько сильно Анетка любит этого Димочку, которого даже нету. Его даже нету. Прямо сейчас я отправлю 50 тысяч рублей и напишу: порви футболку ради меня. Сейчас мы посмотрим, на что Анетка готова ради 50 тысяч рублей. Погнали смотреть. Чё? Что? Донат? У нее опять лагает донейшн, не знаю почему, ребят. Ну вы уж извините, но, блин, я не знаю, что с этим сделать. Увидела, увидела. 50 тысяч рублей! Надо? Мне теперь есть Димочка. Какой еще Димочка? Не, вообще бессовестно, ребята, посмотри, что творит молодая. Я за красивые футболки, ну реально, блин. Если она сейчас порвет мою футболку, у меня очень сильно сгорит. Очень сильно сгорит. Анетка, не делай глу... Что? Моя футболка! Не-не-не, Анетка, ты не посмеешь. Ты не посмеешь. Слышишь, ты курица. Ты не посмеешь. Я тебе куплю. Сколько она стоит? 20 рублей? 20 рублей? Чё? Кто не заметит, у него куча этих... А, еще и стрим завис! Вот это я понимаю. О, все, развис, нормально. Рву! Раз, два! Качество у тебя вообще ужасное. Хана! Посмотри, что она делает. Ребят, я в шоке. Сейчас взяла, порвала мою футболку. Какой мамур. Не, ну посмотри, мою футболку. Мою. Ничего себе, она наглая. Не, ребят, ну хэштег Анетку в дедом. Потому что посмотрите, что она вытворяет, а дорогулечка, это моя. Мою футболку, мою, не свою. Вот курица ты волосатая. Посмотрите, порвал я просто на какие-то кусочки. Посмотрите, что она вырвала. Какую-то повязку себе на голову вырвала. С моей-то футболки. Вау. Анетка чисто завозит кринжа просто по полной программе. Но следующее задание будет очень крутым. Я ей отправлю 100 тысяч рублей. Ну, типа отправлю. И напишу: открой 5 райвелов ради меня. И посмотрим, готова ли она ради Димочки открыть 5 райвелов. Погнали смотреть. Донат не допросился опять. Ну, напиши, пожалуйста. Напиши мне, пожалуйста, инсту. Анетка уже знакомится с этим Димой. Она скоро будет жить с этим Димой вместо меня. Не, какая наглая. О-о-о-о-о-о, пришел в донатик. Что? 100 тысяч? Да, Диме не жалко. У Димы сегодня зарплата. Знаешь что? А что ты сделаешь? Держи. Ты кого там целуешь-то? Вот это я вообще не поддерживаю, осуждаю Диму. Это сон? Нет, это не сон, Анетка. А сколько райвел стоит? Он подождите. Сказал бы 200. Короче, ребята, Анетка насколько наглая, что я ей вот эту голду за райвелы не отдам. А то она ради Димочки готова на все что угодно. Если Димочка скажет: Анетка, ты станешь моей женой за 1 000 000 рублей, то Анетка согласится, походу. Анетка, ты совесть-то имеешь, слышишь, ты курица маленькая, волосатая, как кашка-то. Ну, на самом деле, я надеюсь, Анетка шутит, поэтому все нормально, ребят, не надо на нее обижаться, я уверен, она шутит. Ну, наверное. У меня, а зачем мне кем-то ПК, если у меня есть такие топ-донатеры, а? Чё? Ладно, кем-то ПК для любви, топ-донатеры. Топ-донатер для голды. Нормально, нормально. Кем-то ПК для любви, топ-донатер для голды. Чисто нормально, пацаны. Ну что, мы ждем, чтобы Анетка открыла 5 райвел кейсов. Все пишем. Димочка, ты топ. Какой топ? А кем-то погоди, топ? Димочка, ты самый лучший. Ты самый золотой в мире мальчик. Ради тебя. Ради тебя. Нет, нет, вот чисто принципиально. Я этого Димочку уже не люблю. Все пишем в комментариях. Все пишем хэштег комментарий. Димочка какашка. Димочка какашка, все пишем. Второй. Давай. Ой, посмотри, какое у нее лицо недовольное. Знать или 200 тысяч рублей, у нее лицо недовольное. Где райвелы? Вот какая налая. Они можно найти райвел кейсы, прикиньте. Подожди, пожалуйста. Говорит Димочка, подожди. Подожди, пожалуйста. Открываю. Говорит Димонечка, подожди, подожди. Почти. Вот знаете, что я не понимаю? Я не понимаю, почему она вообще радуется скинам. Вы понимаете? Димочки ей знатил так много денег, ей уже можно не радоваться скинам. У нее денег просто выше крыши. Эх, ребят. Анетка променяла какого-то Димочка на Кента ПК. Прикол в том, что этой Димочки даже не существует. Мы потом скажем в конце, что это был Кента ПК, и мы посмотрим на ее реакцию. Посмотрим. Блин, ну я просто не могу. Вы посмотрите, как она подолгу ищет этот райвел кейс. У нее инвентарь, чтобы понимали, 2000 предметов. Она просто-напросто не может найти эти кейсы. Просто смотрите. О, еле нашла, Анетка. Я уже быстрее рожу, чем ты их откроешь. Так, это уже третий у нас, я понимаю, да? Третья штучка, ты скачки бабони.
Что какашка? Нормальный скин. Нормальный скин. Ладно, пацаны, последний раз. Плюс комментарий, если нормальный скин. Последний раз. Если разработчики мне не подкрутят. То что? Не подкрутят то что? Разработчики. То что? Так, ну, то что тогда? Я удаляю эту игру. Ага. Ладно, я ее восстановлю. Ладно, я вру. Я буду не любить разработчиков. Все. Хана. Это моя последняя. Так, оказывается, Нетка еще и разработчиков любит. А меня вообще-то любит там. Там и Дима, и разработчики, и подписчики. А Кента ПК меня кто любит, Нетка. У тебя есть там чуть-чуть места для Кента ПК в твоем сердце? Так, ну что, Нетка открывает очередной. Ого! Ничего себе, пацаны. Это было прям очень опасненько. Ну что, погнали я пранковать дальше. Ну а прямо сейчас будет очень интересный донатик от Димочки. Бросишь Кента ради меня. И мы еще посмотрим. Смотрим, что там она скажет. А, сейчас мы-то проверим монетку на верность. Реально хочу с тобой сниматься. О, просто трындец. Да на 200к приходит, у нее даже он на экране не появляется. Посмотрите, 200к пришло, и на экране даже нету. Анетка, вот донаты настроен. Ну ты на приколе, тебе тип отправил 300 тысяч рублей, или даже уже больше, там 400, наверное. Ты даже, блин, не можешь включить отображение донатов. Я в шоке. Дима, а кем ты работаешь? В смысле, кем ты работаешь? Не вот важно, кем он работает. Она ты думает, кем она работает? Думает. Кем работает? Подождите, а мне ж не придется директор возвращать эти донаты. Не-не, не придется, Анетка, не придется. Ты как ты работаешь. Не, ребят, после этого видео... Ау! С Анеткой надо будет серьезно поговорить. О, заметил. Что, донат прогрузился? Бросишь кента ради меня? Я не то, что кента брошу, я всех брошу. Чего? Звоню кенту, и кента это вообще не проблема. Кента ПК? Донат прогрузился? О, прогрузился! Вот! Бросишь кента ради меня. Прогрузился! Чисто 200к прилетело, а Нетка уже там, а то бросит всех кого угодно. Смотри, какая наглая. Вот Нетка наглая. Не, вот это наглая, вот это наглая. Ля-ля-ля-ля-ля. А, еще звонит мне, еще не будет хочет сказать мне. О, звонит, так, набираю. Алло! Алло, привет, Кентелька! Приветик! Ты завтра свободен? Да. Да? Да. Хорошо, идем это, разводиться. А почему это так, дорогулечка, ты моя? Как надо. А почему, не скажешь? Я не рад, нет, скажи, почему, Анетка? Ты нашла себе другого? Скажи честно. Нет, просто нам надо это, бросить меня. Короче, мне надо срочно тебя бросить. Не понял, то есть ты хочешь бросить своего самого любимого парня в мире? Я шучу, конечно нет, любимый, конечно. В каждой шутке доля шутки, остальное правда. Я ладно, все. Пошутила она. Давайте-ка мы сейчас эту шутницу нашу обломаем. А давайте-ка мы эту шутницу, эту девочку, да, Анетку, обломаем. И отправим 500 тысяч рублей и напишем «Я по мальчикам». Погнали смотреть, мне кажется, это будет очень угарно. Все, я уже их в Алаве потратила, куда я их потрачу с кентом. Все, Димочка, спасибочки тебе большое, ну 200... Я по мальчикам! Самое главное, чтобы Анетка не зашла на Donation Alerts, потому что если она поймет, что это фейк-донаты, мне не жить, мне кранты. Не пишите, что это простой челик. Это не простой челик, это Кента ПК. Это меня какой-то ютубер на видео снимает. Привет! А, фух, я думал, она уже поняла, что это фейк-донаты. Фух, не поняла, подожди, нормально. Подожди, ты хочешь, чтобы я бросила кента, чтобы его у меня увести? Ничего себе, Настя там додумала. Что? Короче, ребята, я предлагаю уже пора раскрывать карты и говорить, что Дима, это я. Прямо сейчас, пацаны, посмотрите, я отправлю донат. Я уже у тебя в квартире, смотри назад и зайду к ней в комнату, потому что она стримит в соседней комнате. Все, пацаны, погнали наводить суету. Мерим давление. Все, я пошел к ней. Я уже у тебя в квартире, смотри назад. Что? Что? Димочка! Ты ради Димочки готова была бросить меня? Говори правду. Кто важнее, я или Димочка? Кто важнее? Ты.
Хочешь, я расскажу секрет? Дима, это я! Ты этишь? Блин, задумал уже с такими пранками. Стой! Иди! Короче, ребята, Аннетка немножко без настроения. Давайте ее поддержим, подпишемся на ее канал. Ссылки есть в описании. Также, ребята, подпишитесь на мой телеграмчик. И самое главное, напишите ваш любой хороший комментарий, потому что я считаю, это вышло нереально круто. Обязательно подпишитесь на мой канал, поставьте лайкусик. С вами был ваш Кентуха. Всем удачи, всем хорошего настроения. Всем пока!